Похан туда идти крест. Паладины. Арстайл. Какаси. Проснитесь. Кулак под руиду. Чек на готовность. Может сразу законтролить одного? Да иди. Лучше бить. Так, все, все готовы? Бог дракона, лови босса. А вы что, там рыба была, не была? Я что-то пропустил. Нет, не было. Ладно. То, что бы хотелось. А что, по Герри надо? Надо, не надо. Давай, давай. Так, если Пука сложит, срез его БР сразу. Угу. Стараюсь, чтобы не сложит. Выбиваем дальше и пошли дальше.
Грибун, тебе нужна эта шея или нет? Почему не откажусь, жмешь? Либо жми на main spec, либо на os spec. Все остальное делай пас. Завис или вылетел. Кто вылетел? Я вылетел, главное, одно окно сидит, а с другое вылетело, блин, от какого лишь это произошло. Ой, и зайти не могу. Прикольно. Кашка, ты чё мне пишешь такое странные вещи? Чё он там? Он говорит, мы даже в одной гильдии. Хорош. Ты просто красавчик, конечно. Тут вообще герой. Все в одной гильдии. Так, кто у нас еще ушел? Кто танчил тебе за голд? Я танчил тебе за голд. Нет, я не танчил никому за голд. Я танчил когда-то за голд. Что там диспелить никто не может, да, со второго тона? Одного пока бил. На этом уж он уж обновил уже этот доспех, блядь. В смысле, где это было, когда это было? Я, может, что-то просто забыл. Да он накурился, наверное. Ну, типа, на этом сервере вот этот друид создан не так давно, и я им ничего никому не танчил. Буквы разные, вот-вот. Понимаю. Это как мне плюсуют рейд, короче. Нужен Эршам, короче. Плюсую челик Элем. Я говорю, ты 4 ошибки в слове Эршам сделал. Ну что, типа пошел за хлебом, пришел с пивом. Нормальная тема. Да. Так, что-то всех по очереди выкидывает. Нечаянно, Вака, напишите что-нибудь в Дискорде, если вы здесь. Вак, кстати, дядя что-то раздуплился, начал дамажить. Но он проф и качнул. Ну, по крайней мере, две. Кто? Так, нечаянно ты здесь, нет? Да, Вака, я вижу, вижу. Нечаянно. Так, нечаянно зашел, Вака тоже прилетает.
Так, на ту сторону хилить. Лариэль, Грибун, ДЦшка. Убежали. А ДЦшка-то нас не хилит. И не слышит. Дюберный театр. Так, на ту сторону все... Так, третья, четвертая группа убежали туда. Не хилит. Выберись куда-нибудь вон туда. Демишидо вообще ничего не делает он. Цешка просто вагонится, просто зашел, там что-то делает, там свое. На своей волне живу. Ну я Вока видел там. Или побежал. Ни в Дискорд не заходит, ни хрена, бран. Так, нечаянно я тебя не вижу, где ты есть. Так, Квин почему-то на этой стороне остался. И Дока здесь не вижу. Так, так, я на 3 минутки отскочил, это Квин. Что-то там, я, наверное, что-то пропустил, да? Туда. Мага с тобой. Сюда. Так, все, все готовы. Запускайте там. Сейчас, сейчас. Черт, не дали запустить. Я его веточкой хотел в него кинуть. В шее 251 есть сокет, да. А во фхенде не знаю. Во фхенде вообще не бывает сокетов, я что-то как-то не помню. Ладно, убедил. Неплохой хэн. Не, ну не то чтобы и супер хороший. Такой, нормальный. Катушка-то покороче будет. Я как не люблю ДКшки на трэш тачить. Все нормально, что там. Лужу и эти кровавые шлепки делаешь. Шлеп-шлеп. У нас тут вообще арт-стайл танчит. Ну, он в душе танк. У него этот... Он и так, во-первых, танк, во-вторых, у него такой дрын, что они просто тупо боятся то что-то делать, сразу умирают. Типа, только не бей дрыной. Прикинь, как все байс, когда с шеймом сюда приходишь. Три, пожалуйста, что-то я не понял, что ты сказал. Когда с шеймом приходит. Сюда. Все еще больше боятся. Ну так-то Шеем не такой дрын. А это посерьезнее, да, у него? Ну да. Судьбы все-таки в актуале.
выглядит серьезно этот аргумент. Этот апокалипсис называется, не то что шеем, фу. Ну, пацан, да. Отмени своего пета. Он там страшно стоит. Ага, лидерский трэш. У вас не получилось там, да? Не могу я, блин, столько нагреть. Вообще не получается. Осторожно, нежить. Войско, войско кастуй. Будем стенка на стенку. Ну, все, пизда. Отдохните уже. Что-то наша стенка не такая крутая, как их стенка. Ну, значит, это, еще меньше людей здесь оставить, туда перекинуть еще пати. Да, блин, дело не в этом, то, что много меньше, блин. Я не могу просто их всех собрать, блин. А тебе не обязательно их всех собирать? Там вот, например, ну, мелкие... Именно то, что вот эти подходят туда к вам, к РДДшникам, и они начинают шлепать масуху, из-за чего хилы не успевают прохилить. То есть любой, даже маг мог бы прыгнуть вперед, заморозить там трэш и отбежать назад. Смотри, маленькие, маленькие мобы, они бьют по 1000, они не шотнут никого, за них вообще не парься. А вот эти кони и рыцари, они бьют, вот их только набирай ЛПшкой. И если отсюда ты ДДшников уберешь в комнату, где нежить, то там быстрее будет нежить заливаться. А здесь много ДДшников, мы заливаем быстро живых, и нежити появляется больше, и этих учеников, и они их просто зауешили там. Нужно ДДшников у нас только от... из медиков у нас только артстайл и рога. Не, я вообще имею в виду ДПСеров. Вообще, вот, допустим, пук дракона туда и меня отправить еще. А вы тут и так посливаете, кто у вас здесь? Ну, кроме меня и пук дракона хватит ДПС. Вы будете подольше сливать вот этих больших. Там полегче будет, там мы быстрее будем сливать. И не помрем. Там просто помер весь рейд. Пук дракон тогда туда пойдет один и все. Если то, можем Лизабет нафиг отдать. Так. Ну давайте вот сделаем вот так вот. К нам еще артстайл пойдет. А тогда у нас не хватит урод, ну шо. То есть ты забрал двух людей. Ладно, которые... еще к вам отдам. Кого? Нюка? Он совершенно бесполезен. Да нормально, блин, я своим не до 200-м шамом тут заливал. Вот тут целый маг, даже два мага. А, не, давайте лучше так сделаем. Стайл останется, а рогу ко мне. Вот это будет вообще ништяк тогда. Так, соберитесь кучно. Сейчас забафаемся. Набегайте быстрее, народ. А вы там где, в центре стоите или где? Не, у нас там потерь ДД, так что стоим у стенки. Ну... Там просто, если стоять в центре, то сразу можешь до всех пучек доставать и быстрее сливаться будут эти духи, которые уешат. Ну видишь, просто все тогда и бегут в центр, блин, и там уж с кого-то сагрить я уж точно не смогу. Ладно так... бы еще я паладин был бы. Тебе только больших, надо... тебе только больших, тебе же не надо всех агрить. Не, а уешат, как бы там кучка целая вылазит. И попа получается. Так, рога, наполюешь только вот всадников там всяких, коней и все прочее.
Так, Нёк, уйди на ту сторону. Ты уже их. Так, Лоя, ДЦшка. ДЦшка. Так, и в Дискорд не зашел, да? Не знаю, я этот... Я линканул, Алиса даже написала в ПМ. Ванесса, Ванесса, ты тут, Ванесса. Во, видишь, сработало. Это не Ванесса, а Бахека какая-то. Ладно, все готовы запускать, это живая сторона. Опять я не успел веточкой кинуть. Палку не присунул ему. Теперь злое дерево. Дерево такое угарное, пиздец. Бежит такой куст, блин. Ууу, сука. А волосики назад. Ты сломал мою жену, она сейчас так и тает. Ну ты видел? Лилу, ты видел, видел? Ну нахер. У, сука. Я бы такое в ночи увидел, обосрался бы, конечно. Приезжаю в Санкт-Петербург на улицу Думскую, там, блядь, пятницу не таких увидел. Чё там, деревья ходят? Как он тебе говорит, и не таких увидишь. Да у нас там есть улицы разврата, блядь, там собираются, тусуются всякие неадекватные малолетки. Такая чернуха творится, боже мой, прям. ОМОН обходит стороной эту улицу, блядь, в выходные дни. Это серьезно. ОМОН обходит что-то стороной, ОМОН куда-то ходит. Я думал, ОМОН все время это привозят. Там все, драки, наркота, блядь, шарики, фен, там, вкусня, клубы, блядь, все просто. Нормально, чё ты тут тогда не ходишь? Звучит весело. Я уже не в том возрасте. Я уже отходил свое. Сейчас 20 лет уже, это значит, отходил свое, блядь. Что-то походу, да, пацанчик, 15, и все, пора бы завязывать. Да, я уже хожу за памперсами. Это даже не двояко, это просто в меня сразу, блин, столько мыслей, это ужас. Нет, у меня было... Естественно, не для детей же. У меня первая мысль была, за памперсами пошел, потому что сходил на Думскую. А чудо, у меня без драки там не получалось ни разу. Я чё не пойдёшь, здесь не драки. Так ты памперсы с собой не бери. Ты думаешь, меня херачили за памперсы? В следующий раз без памперсов попробуй сходить. Чернуха, говорит. Может, поможет. О, это живите там, блядь.
Нихуя, смотри, вурдалаки пришли. На помощь. Такие себе помощники, гастарбайтеры, блин, на шоты. И смотри, убежали, блин, прикинь. Что это было, блин? Такие пришли, позырили и ушли, блядь. Ставьте ли баба, главное, блядь. Ебать, где такое еще увидишь? Ну и прибежали такие. На сяйнике трещина шоль, шоль, соседней комната пришел. Давай, зачем дерешься на сяльнике? И убежали. Давайте быстрее добивайте трэш, там уже живая комната дерется, сейчас уже комнаты нет. Ну да, дерется, в принципе, я веточку иду, типа. Отойдите к стенке, живая комната, чтобы не лутать стаки. Живая комната? А вы мертвая или живая, блядь? Я живая. Потому все, что у нас будет трэшба. Добились сюда, ДДшки. И все остальное существо. ДДшки и остальное существо. Угу. Нормально так окрестил половину рейда. Ковыряем дальше. Да блин, когда там... Отпирай калитку. На 35. А, вот сейчас будет. Идите к нам. На 30. На 30. На 30. Ну, он к нам еще подтанется. Да-да-да, тогда класс. Все, давайте побегайте, живухи. Тогда мы пошли. Живухи. Это как жирухи, живухи. Как шавухи, да, живухи. Так, сейчас стоим здесь, ждем, пока стаки спадут. Ебать, вот это охуенная голова. К оружию, олухи! У нас гости! Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры! Бегите, пока не поздно! Так, что тут у нас? Давайте быстрее тыкать ебошку. Чё, на кому она будет идти? Шобуха, давай быстрее роли, перчатки и притч. Готовьтесь к бою! Мы сотрём их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представить... Шобуха, а ты чё с советским, блин, каску не ролил? Она тебе бисовым, можно сказать, идет. Ты в смысле, он на присте был, ты чё? Блядский курить. Не расточайте свой гнев попусту. Взращивайте ярость. Скоро вы сможете. Ладно, будет агиловый вар. Кожаный. Да, что-то на нас бабашки. С чем она там? Блин, башка-то хорошая такая. Так, а Тиазар с нами давно не отходит? То я что-то... Кто еще? Тиазар. Да, он только на Аксии бегает, если что. Пойди, он по приору идет. Ну, ведь давай ему что. Он давно ходит. Не помню ее. Хотя где-то вроде не пиво. Народ, блин, надо очень срочно, 7 минут. Не знаю, можете кикнуть там, потом доберете, так Куин Мак говорит. Очень тихо. Он сказал, что ему нужно 7 минут. Ну, беги. Да я на работе, у меня тут ЧП небольшое, блин, надо. Думскую съездить надо, да. Ну что, народ, стоим, бежим, бежим, кто там у нас... Но танков нет.
Уволят. Побежали, называется. Без танков побежали. Ты что так кричишь? Так, аккуратно, не сокрите, кто за мной бежит за ромбиком. Внутрь пройдите, ребят, кто там стоит. Ну и внутри можете умирать уже там, если что. Понимаю, блин, согрели. Так, кто за ромиком идет, быстрее. А, они развернулись. Назад идите. Кто не успел. Так, так, так. Че, блять, успели убить, да? А, вы несколько баков сагрели на юберный театр. Чем там, наверное, один пак был. Я не знаю, кто второй. Войд, проресни меня, не проходи мимо. Вон я внизу, в зеленой чаче. А, Лириэль, ну почему не хилил? Блин, захилили меня, убили. Уйди туда в сторонку куда-нибудь, не согри. Нарисуйте там аккуратно всех. Кстати, тюник не упал, да, с него? С кого? С Готика? Нет. А с него только с духом падает, да? А, десятка. Это у тебя падает. Друида назвал, типа, в стиле итальянской мафии такой, Соберано, блядь. Я этот ник уже давно использую. Ну, тут не про мафию тема, но вообще, да. Можно итальянская что-то. Ну, это синоним слова монарх. Только это испанское, вообще-то. Тыкайте, народ, тыкайте и раздупляйтесь. Ну, время идет. Быстрее, 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 быстрее. Так, кто сказал то, что уходит? Квин или Квазар? Квин сказал. Все здесь, кроме Элизабет. Все. Так. Здесь. Кушаем рыбу. Так, фулл рыбов раздавайте, рыбу покушайте. Так. У кого есть хламобот? Ни у кого инжи нету, что ли, серьезно? Смотрим. Лириэль, Ави, так, наверное, не фул. Док, Пук Дракона, чего у вас нету, что ли, ни у кого хламобота? Страшные в люди. Ну, маги, если надо починиться, быстренько слетайте в Далоран, если у вас прям красные. Так, за мной Шавуха. У кого не в КД диван? Какаси.
Какаси, проснись. Засумайте сразу магов, пока порталы не исчезли. А куда я по Какаси, СС? Вака, у тебя есть СС? Кидай быстро СС на Какаси. У него звездочка появилась. Давай. Ну, СС, жду. Идет. Вот. Все, так, все, хватит тебе звездой быть. Элизабет, уйди на кружочек и туда Лириэль. Шавуха встал уже сюда. Долго тебя ждать. Так, смотри, этот Какаси по пулу, накинешь на него диван, когда я скажу, после чего резко ставишь камнем и бежишь до нас. Услышал, понял, принял. Лириэль, на кружок, ну сказал же, блин. Элизабет, твоя главная задача — накинуть на него доты и херачить смертельным ударом, или как он там назывался. Отхиливаться, короче. Главное, диван не снимай. Потом, когда я скажу, поведешь его сюда, к нам, к звезде. Все пинаем босса, которого сюда придет. Потом будем пинать второго босса, который придет с кружка. Потом будем пинать третьего, четвертого босса, который будет стоять на дальнем берегу, там, где сейчас стоит Какаси, и где стоит Вар плюс-минус чуть дальше. Когда будем бить сэра Зелика, на нем черепочек, ему нужно 100% все косты сбивать, иначе он шотнет кого-нибудь. А РДшки снайдите на него на максимальном расстоянии, но так, чтобы не цеплять стаки от другого босса. Элизабет, когда мы убьем этих боссов, ты побежишь к Зелику и будешь у него сбивать косты. Черепку побежишь. И Лириэль, тоже с ним побежишь, туда останешь где-нибудь подальше от него, чтобы не сдохнуть. А вы, кстати, тут не были? Сказали, что-то чинили диван. Не проверяли? Не. Ну, сейчас посмотрим. Если починили, то будет жопа. А сейчас тебе нужно кого-то там учить или что? К тебе придет типочек, ты его сагришь и будешь от него отхиливаться. А, окей. Лоя, проснись. Лоя. Все готовы? Пуляем. Давай, Какаси. Иди к нам. Я пускай пока что, да. Геру дали. А, все нормально. Чинили. Так, блин, как дела? А СС на ком-нибудь был? Нет. А вы чё, не бьете? Мы же по-другому били, там, типа, 4 танка, они все стоят у этих, и по кругу идут, и завершающие, нет? Не, мы уже давно, Санёк, по вот этой тактике делаем, просто сегодня ее пофиксили. Но тактика быстрая, она мне тоже нравится. Вставайте все, бежим. Вставайте абсолютно все. Все. Зачистим трэш, нахрен быстрее будет. Так, ну адский и артстайл тогда спекать есть в танков. Придется да поковырять. Не столько танки, сколько эти сбивка ста нужен. У нас 3 дека, в чем проблема? А точнее, я иду. Надо починиться. Ну вот, допустим, одного из боссов может хэпал с артстайлом. Артстайл жирный, хэпал хороший. А вот на другого нужен хил какой-то и сбивальщики. В идеале пойдут два шамана
сам. Блин, не мутите херню, а я все скажу, блин, уже все давно продумано за место вас. Поняли? Просто не получилось по-другому, значит, я сделаю по-другому. Как говорила моя бабушка, понял, чем дед старуху донял. А в будущем будут говорить, понял, чем дед старуху вдонил. То есть вдонил ей перса, чтобы ДПСить. Не, ну когда смешно было, тогда было смешно, а сейчас вот что-то не смешно. Ну да. Бывают в жизни огорчения. Какой плохой ему крыс убивает. Смешно от того, что все молчат. Да не, они раздупляются просто, тактику вспоминают. Нет. Я там тактику одну знаю, блядь. Что РДД должны на блом идти, на бабу. Точнее, кстати, короче, зачистим сейчас, чтобы время не терять, брат. А то реально времени у нас прям очень много уходит на эту фигню. Точнее, милики, наоборот, на бабу. РДД на зельника. Зельника. Земельника. Видал, я просто у меня прокинул, я прям лёжа кастовал пытку, блядь. Просто лежал с пальца, выкидывал пытку на него. А чё все по бокам бегут? Не знаю. Хотят, видимо, так. Дьявол в деталях, кто-то фильм смотрел? И я про другое вроде спрашивал. Или это кто-то говорил, что он смотрел?
На этот раз ничего не падает, страж. Пройдите сразу быстрее, там трэш опять идет. Мы все равно не успеваем. Ну да, еще и передний трэш, вот серьезно, блин. Народ там сзади отставал, не успевали. Эти все, что там есть. А, Квазар, ставь шкаф. А у нас, кстати, Квина же нету, да? Вот серьезно, ну мечи-то уж как? Епашки-то у нас было заос. В правилах то что...